Уважаемые асбестовцы, я Наталья Крылова, депутат Думы Асбеста. Поздравляю вас с наступающим новым 2016 годом и с Рождеством. Желаю здоровья вам и вашим детям. Говорю эти слова с тягостью на душе. Дело в том, что 2016 год будет сложный, будет экономический кризис. Но мы должны все с вами объединиться, объединить наши усилия в защите наших прав, для того, чтобы простая российская семья как можно быстрее начала жить благополучнее и счастливее. С Новым годом вас! Терпения, сил и любви!